Уборочная кампания начнется в Северо-Казахстанской области через 2 недели. В настоящий момент зерноприемные предприятия региона проверяются и готовятся к приему пшеницы. Спрос на зерносушилки во время кампании может быть высоким из-за осадков. По оценкам экспертов, в регионе достаточно мощностей по приему зерна. Имеется 46 элеваторов мощностью 3,2 миллионов тонн. Также в последние годы хозяйство строит собственные сушилки для пшеницы. С учетом таких сооружений регион может сушить и хранить 6,9 миллионов тонн зерна. В настоящее время готовность зерноприемных предприятий в среднем составляет 80-85%. Все элеваторы будут готовы принять пшеницу перед уборкой урожая, то есть 10-15 августа.